Дома. Так, вот это надо будет дома сверстать. Я просто один кусок покажу вам. Как я вот это верстал, я снял на видео. Брахсенрик, пока дюрмин, потому что сами попробуйте сверстать. Здесь я вам просто подскажу. Подожди, 4 секции есть. Давайте оршит сундервиш раз. Или казахша, ладно. 4 секция бар. Сутынгы секция мне. Как мне его, да? Баннер секілді, да, оқазы түсіндірем. Екінші секция мынау. Мәжде сөздері, суреттері жайда бүйтпейді, өтір-көтір қойылы саған. Главное дизайн ғой мәжде. Үшіншісі мынау, кто купил эту книгу деген секілді ғой. И футер бар. Төртінші секция. Осыларды надо будет дома сделать. Просто сендерге қазір мынаны көрсетем примерно. Жасапшы. Флекспен и чисто не использовать Bootstrap, только тек қана HTML, CSS и не вот, ну, Flex, CSS ішінде қазір жүр. Flex қолдану отыр. А мынаны, мен видеоға түсірдім, пока бірақ жүрмеймін, сендер өздеріңізге көріңдер, я вам подскажу просто. Мына секцияны екіге бөлесіңдер, мына үсті. Давайте сейчас. Я вам словами объясню, чтобы сендер үйде оңай жасау үшін, жасау оңай болу үшін. Так, надо было шеронда. Я на видео снимаю, если там кто спит. Если кто спит, то он вам было кушать с другой видео. Открыть. Но я в 9 часов отмечу, народ. Скрин сделаю. Короче, была болезнь примерно. Мнау. Казми синдри, контейнер на след курсим. По сути, сам сайт он вот такой. Но браузер не с ширина соснова примерно. Была надо. Оның ішіне сендер создайте дивку, назовете там класс, я сейчас буду называть курьезный контейнер, да, обычно называю. Ол дивка надо было тык. Ну, осындай болады, получается. Я обычно создаю дивку, называю контейнер. Ол контейнер деген дивканы мен істейм, мен на центрирую, видите, да, до конца GDP, центрда тұрсын деп, мен жеге маржин прописываю. Я вам сейчас объясню, что такое маржин. Вот так я маржин прописываю, что вот такое расстояние было. Контейнерді ортаға қысам, да, короче. Осы дивканы контейнер дейм. Потом внутри контейнер дивки я создаю две дивки, получается. Одна дивка для хидера, вот этот хидер был создан, хотя без менюшки здесь, ладно. И еще одна дивка, на дивка не было, какой-то тоже дивка будет. Например, это main можно сделать, main. Потому что здесь основная суть, какая книга продается, деген секілді. Потом наншли нелер кетет. Уже main деген на дивкан ішінде тоже екіге бөліне бастайды. Типа, былай бір дивка болады ішінде, 50% ширине алатын внутри контейнера. И мынандай бір дивка болады тоже. Мына жерге тупо суретті қоямыз, центрируем и все, а мына жерге нелер кетеді. Мына жерге кетеді, мынау span бола салады. Мынаны можна H1 қылуға, H1, типа, кітаптың аты там, самый, о чем речь, да, вообще. Лекцияда айтқан ғой, бір H1 болу керек настроение по-хорошему. По SEO. Мынаны P қыла саламыз, параграф мәбіруді. Мынаны тоже span қыла саламыз, надо span қыла салу болады. Хотя мынаны strong қылуға болады, strong. Хотя нет, strong не надо, span қыла салу болады. Мынаны по сути H1, да, примерно солай. Мынау да бір не болады, какой-то там span бола ма, не болады. Мына жерге бір любой иконка табылған иконкаларды, мен бір иконкаларды алып қойдым. Именно вот эти я не нашел. Любые можно иконки примерно вот такого размера сделать. Вот. На IQ-ы кнопка ларда. Сендер не классендер. Ахреф классендер, да? По-хорошему. Ахреф. Ахреф. Просто в стилях будете прописывать. Он тоже могу показать сейчас чуть позже. Как вообще кнопки делают примерно. В стилях обычно прописывают. Ахреф кладта, как кнопка писать потом стильмен. Он тоже курсант. Он давайте сразу курсант, пока мы не ушли. Это мнана, я вот как примерно вам подсказал, как вот это делать. А нана хазр, я, конечно, секцию вызову курсит перем. Вот если говорить про кнопки, например, смотрите, Blyball Greek. Так, бізге не керек, бізге индекс керек. HTML. CSS styles. Так, индекс и какие наши слайды. Я надеюсь, нормально слышно, потому что
Потому что наш индекс плохой. Все. Индекс давайте пропишем. Мидан не баро, эмет тиген надо плагин барда, эмет тиген, блядь, честно даже. Вместе с ним на Sublime 3 я установил эмет, я, кажется, на лекции показывал. Ctrl-Shift-PD басасындар, install плагин, пакет. И синдерге не шығады, поиск, мәжде пакеттер көп көм, ана Sublime үшін. Мәжде эмет деп жасындар, мен де шық. Я уже установил, поэтому я не выходит. А по сути, только эмет деп тұру керек. Эмет CSS емес, просто эмет деп тұрады сонда. Enter бассаңдар, сол устанавливается. Сол тема удобная, мысалы, битемді. Тапты бассам, сразу маған бәрін шығарып береді. Просто example template дизайн. Подключим CSS. Мана, то, что подсказывает, какие файлы рядом лежат, это тоже в плагин называется Ctrl-Shift-P, install package. Называется auto file name. Мне оказалось там. Preferences. Вот auto file name debatla. Emmet я установил, auto file name установил. Еще я установил lorem ipsum деген, lorem ipsum деген плагин, чтобы на русском генерировать. Удобно, да, мысал? Style host slams. Все, здесь я чисто пока кнопки покажу. Бродивка стик. И мысал ека ахриф стик. Ека ахриф стик. Ахриф. Нажгим мысал там. Окей. Просто как кнопки делают обычно. Азер на HD, конечно, по-тупому трат. На HD просто бить трат там, окей, cancel. Как ссылка всякий трат, то никуда. Енді стильді битесіндер. Стильді аламызда битеміз. Сендер ұйықтап атқан жоқсыздар, сендер көріп атқан жоқсыздар. Видеоға жазып отыр, ұйықтап берейікші деп. Так, ахрифқа бит надо стиль жазамыз. Типа, бірінші текст декорейшнан бастайсыңдар. Текст декорейшн нан дейсіңдар. То есть декорация текста бумаг керек. Это он убирает нижние подчеркивания. Вот обновляю, нижние подчеркивания кетті уже. Потом айтасыңдар, какой-нибудь мысал, давайте background зададим. Background color. Айтасындар мысал там сиян дейді мысал. Көрінеді шығар сиян сенің қазір. Екеуі мынадай болып қалды. Только видите, они маленькие сиян, кстати, көрмейсіңдер. Так, какой-нибудь грей. Или браун. Ну, грей ба. Или бүйтіп браун дейді. Браун десек көп көрінбей қалады. Грей десек. Көкті ақ қыламыз міне. Грей десе ақ қыламыз, чтобы главное видно было. Внутри цветті ақ қыласылық цвет. Можно 16 личными вот этими задавать, но это... Здесь только проблема в том, что синдер, казар, нелер, какие-то такие маленькие получились прям под размер слова. А кнопки же должны быть... Сюздер, ортас натурат, та кнопка пошире волоко, и по высоте, и по ширине. Бряз, объемный блок. Слушаем, паддинг бересный. Хас, паддинг тегенде, сундерем тоже. Сала, 20 пикселей на 30 пикселей, синдер. Синдер, сунда паддинг, и вот, слишком крупный. Дұрыс па? Неге мәлім оператор? Так, или... А, или важно. Здесь была... И давайте сейчас добью. 23 с лишним куб покупать. Или у нас просто... Сейчас давайте... 50 тысяч. Создал себе раз. Сюда разок второй что-то. И мысал не беру его от border, радиус беру вот, мысал там 10 пикселей. Округление стить там, мысал. И вот мысал. Энди грей мес, бради мы свет беру вот там. Блю, дед куру вот, мысал там. У него основная кнопка сажисал по идее. Теперь давайте объясню. Тех зарики декорейшн хутундар, background color понятно, color понятно. Паддинг деген не мне. Паддинг деген, по сути, надо затроем. Принскрин дизайн. Один наш курситель. И давайте нам курситель. Margin. Margin.
MR 20. Margin right деген нәрсе бар, ол бір-бірін оттолкнет қаз екі кнопканы бір-бірінен. Вот. Я хочу объяснить здесь, что такое margin, что такое padding, народ, чтобы вы понимали. Потому что кисе суровит, я это не записал на видео, а здесь на видео запишется пусть. Короче, здесь я print сделаю. На шаг. Крис помещу. Print. Короче, ладно. Классик. Margin деген, народ, margin деген. Ой, padding деген. По сути, у вас сейчас ахреф деген, это вот этот вот элемент. Цвет такой пока выберем. Сам ахреф, он вот такой элемент, вот прям осындай. Его граница вот такая. Я вам сейчас даже покажу, не мин. Ой. Короче, ладно, вот так идет. Прям блай, граница между идет, прям блай. Тип тра, тахалп тра. Это сам элемент такой. Когда ты говоришь, осы кнопкага, а ахривке, пусть будет padding 20-50. Ну, сал, 50 карех, что такое 50? 20 это для сверху снизу 20, а слева-справа 50 пикселей. Вот слева-справа 50 padding деген, что значит? Padding означает, что от края, да, от края элемента, ахрифтен, щитнин, контент должен находиться на расстоянии от 50 пикселей. Сам контент, вот это контент элемента, а это сам элемент, граница с элементом. Была 50 пикселей, была 50 пикселей. So, вот это padding. Padding деген, это когда контент от границы, насколько отходит, отъезжает. На IQ 50. На IQ 20 поптурами, да? Нет. CSS. Сверху, снизу 20 пикселей оптур. В основном padding. Теперь что такое margin? Не, margin right, именно right только. Значит, padding для всех, а здесь margin только для правого. Margin right, джерма деген, это уже, когда один элемент, вот это один элемент у нас квадратик, один ахреф, это другой ахреф. Когда один ахреф от другого отталкивается справа на 20 пикселей. 20 пикселей. Сонда, мана элемент, то, что у него справа лежит, мана элемента оттолкнул на 20 пикселей. Да? А мана элемент тоже оттолкнул бы кого-то на 20 пикселей, просто здесь некого оттолкать. А так тоже 20 пикселей margin right мандататур. Потому что я его прописал для всех ахрефов, для всех ссылок. EQ у него получается. По margin right. Border radius понятно. У меня обид там нет лет до молотата. Border radius. Кубрик сингер вообще жаму губ кудет мисал там. Или у пикселей сингер вообще губ кудет мне. Надо. Ну, тоже красиво тоже. Но радиус чем больше, чем получается не округление будет. Вот кнопка же салат. Но я сейчас не про кнопку, я хочу вон тот показать, да? Как делать. Так, еще что-то я вам хотел показать. Найки, ладно, туры. Ибо я убрал. Нет, пусть стоит. Я вам хочу еще кое-что показать здесь. Надо инерсия бар, по идее. Сала, дивка, а не берикши, background color. GC, дикта, yellow, дик. Yellow, корми, давай, red, дик. Нерсибар, кстати, смотрите. У каждого браузера есть какие-то свои правила. Видите, здесь слева небо, пространство остается, сверху остается пространство. Сверху, слева пространство. У каждого браузера узнанисибар правила, да, сколько здесь пикселей оставлять слева от браузера. Но сам нам Mozilla даже стандарт чуть по-разному бомбку нежде расстояние от края браузера. Это каждый браузер сам решает, сколько ему пикселей услать. Не только вот такие вот вещи, есть куча таких мелких, короче, правил, которые каждый браузер сам устанавливает. Solution, а обычно дизайнер не стит, там, не знаю, верстальщик, да? Сразу бить стит. Для всех, ты не сказал, для всех. Для всех пусть будет margin 0, сюда басты. Для всех элементов край 1 вообще расстояние бумаги 0 пикселей деген секілді ғой маржин. Сөйткенде мыналар
Читки Java Spot. Я обновил вот читки Java Spot. Потом там очень много правил там. Читки Java Su, там каждый элемент стильдер, каждый браузер сам устанавливает. Чтобы вот это все не запоминать, вот это вот такие вот вещи, да, которые все обнуляют, Bern, Drustaten. Есть такой специальный файл, называется Reset CSS. Он Google Reset CSS Синдер, он берет сразу он в открытом доступе. Reset CSS деген уже готовая CSS, который для всех элементов устанавливает вот margin 0, padding 0, border. Потому что при элементе какой-то браузер может border задать сам, а другой браузер может border не задавать. Опять же, от браузера к браузеру будет все отличаться. Чтобы ничего не отличалось, чтобы во всех браузерах все одинаково выглядело, основные браузеры ходят определенные правила. Фокус, когда на кнопку там или на что-то фокусируешься мышкой, тоже outline шагилет, не знаю, границы армавлять шагилет, чтобы такого не было и так далее, и так далее. Основные браузеры зададите. Такое правило для всех браузеров, короче, которое делает все браузеры одинаково, чтобы работали. А потом уже вы сильно приберите. Конкретно для такого-то элемента margin 0 месяц, margin дерьма болсон, padding усная болсон. Но вот это все обнуляет вначале. Все вот эти правила. Я надеюсь, смог объяснить. Solution Reset CSS, бренч хосас, до вашего стиля. Reset CSS скачивайте, я вам тоже кину его. Его тоже надо включить по-хорошему. Тогда мало киригимис на ландбер и так джазлат margin 0 дегендер. Reset CSS хостом, вот. Все правильно стоит. Сонды из нашей бар. Теперь, давайте вон тут сделаем. Вот это я все уберу, вам понятно же. Margin padding тоже смог объяснить, надеюсь. Нам нужно сурахтар болса, если там кто-то нечаянно проснется, сурах пайда болса же. Это вендер. Так, макет я открою. Она на секции же салгарки. Верхней секции на меня видео отсырдем, он потом... Это вы сами попробуйте сперва сделать. А видео оно потом позже закину. А и мама. Мана, мана. Давайте, джасы. Здесь опять же есть такая вот вещь. Давайте принтскрин сделаем. Другим зеппар. Здесь дело в том, что... Ой. Здесь дело в том, что... От края браузера опять же идет расстояние. То есть, по сути, нам нужна какая-то дивка, нужна, которая осна. Слово дивка, мы просто зацентрируем. Создадим какую-то дивку и скажем, чтобы у него здесь был margin. Margin. То есть он отталкивался от этого края браузера и здесь, чтобы был margin. Отталкивался от этого края. И к margin был говорит. Margin right, margin right. Сондебр, див создадим. Обычно его класс я назову контейнер. Потому что Bootstrap то сюда встегнет тоже контейнерный класс то шняху изан. Все, что внутри контейнера, он начинает в центр уходить. Без сюда встег по аналогии. Контейнер так называем. Вот это дивка наша. И внутри этой дивки мы создадим отдельно вот этот, наверное, спаном пойдет. Это H2 пойдет, типа заголовок второго уровня. Malern Bern отдельный бардивка саламс. Вот дивка, кстати, Flex Clams, Flex Clanda. Элементер осылай ровно бөлім қалады қаз көрсетем. Потом 4 не кетеді, 4 ішінде 4 дивка кетеді, бір үлкен дивка ішінде 4 дивка кетеді. Каждый дивкада имидж болады какой-то и параграф болады. И осылай кетеді, короче, имидж, параграф. Осылай сразу поделим. Давайте сразу жасайық. Так, бізге не керек көші, я? H2. Так. Питик. Давайте индекс создадим. Сейчас, секунду, хвостик. До 5 шла. Она полностью H2 хлайк, она на span хлайк, она strong хлайк. Но это все будет H2, чтобы о чем книга за Маджол Дейген, например, давайте поставим. Так, нам нужен, нам нужна секция отдельная. Это все будет в одной секции какой-то, да?
секцию можем как-то назвать, ну, можем не назвать, ладно, пока. Класс перевод нажми. В этой секции у нас будет H2. В этом H2 у нас будет вот это, о чем книга Дэнис Панболат, вот это Стронгболсон. Но Спенболсон и Стронгболсон. Спенга напишем, Спенгу класс зададим, давайте вот этому зададим класс. С автором устроили сразу. А чем отличается секция от дива? Лекция да айттым ғой. Лекция да болмадыңыз ғой сіз. Не помню что-то. Болдым? Болған жоқсыз сіз. Епа, қалжын. Смотрите. Это кто спрашивает? Я Асемгүл. Все. Асемгүл, қараңыз. Бұрында бәрін дивпен істей беретін. По сути, физически они одинаково выглядят. То есть физически разница жоқ. И то, что секция, что спен, ой, что div одинаково показывают браузер для везде. Просто потом со временем начали делать не тупо там HTML элементы, не тупо для показа, а чтобы был в них смысл. Дивка деген тупо группировка элементов. Вообще смысл жоқ, чтобы несколько элементов положить вместе визуально. Браузерде дивка автор салсын болды. Элементы могут быть не связаны вообще с друг другом, мағынамен. Вообще, вот эти элементы внутри дивки, они не обязаны быть семантически, то есть мағынамен бір-бірімен связаны, вообще могут не связаны быть. А если у вас есть какая-то секция, скажем, да, типа вот это вот сейчас. Эта секция, сейчас, или давайте лучше по интересной секции, если есть, в макете у нас. Ну, здесь все секции, они друг к другу имеют отношение. Мысалы, я бы не стал вот это делать дивкой, я говорю, хазар жасалатын секция. Почему? Потому что я здесь пишу, о чем книга дим, да? О чем книга дим, да? И вот эти все четыре текста, да, они имеют, они раскрывают вот эту суть, о чем книга. Они все как бы взаимодействованы. Здесь я написал, о чем книга, здесь текст о том, что кто герой, какой, скажем, там жанр, например, да? Это все говорит о чем-то одном. Это все связано по смыслу. Что хедеры вот эти, что параграфы вот эти, что картинки, скажем, например, связаны, да? Значит, картинки, наверное, не связаны. А так, о чем книга Дегенбер, не был грек, суреттер должна описывать. Вот этот описывает типа автора, да? Вот это хоть связано как-то. Оно почему-то, ахша, не знаю. Пойди здесь. Например, если жанр был бы, здесь был бы рисунок какого-то жанра и так далее. И, так далее. И когда у вас все элементы в какой-то, там, в каком-то месте все элементы у вас как-то связаны по смыслу. Делать это нужно в секции, не в диве. Дивта смысл до свяжёх, а вот секция, внутри секции все должно быть о чем-то одном, связанном каком-то, короче, речь идет. Для чего это надо? Для поисковиков. Поисковик, если видит, что у вас секция, он понимает, что внутри этой секции какая-то одна мысль лежит какая-то. Бернарсен Айтватер конкретно. А преимущество, например, вот эта секция конкретно, например, говорит о книге, например, да, о чем книга. Скажем, там следующая секция будет не здесь, там какая-то следующая секция будет о преимуществах книги, например. Целая секция только говорит о преимуществах. Вот эта секция, кстати, тоже связана. Здесь все фотки тех, кто купил эту книгу, например, да. Это секция о том, о контактах. То есть это футер о контактах. Но это не секция, это уже футер будет. Он поймет, что это футер здесь и так далее. Вот это тоже секция была. Здесь конкретно про книгу. Сколько стоит, закажи, название книги, цена книги. Тоже о чем-то одном. Мне лекция дает сундургем, что такое семантические теги деген. Что сейчас, что раньше делали просто дивками все, а сейчас для каждой, для каждого книги узни собор, дивка собор. Ой, для каждого как бы части сайта есть свой тег уже. Хедер это для верха, для шапки, футер вниз, астага. Что дивки надо называть сейчас секциями. Ну, где-то дивкой будете назвать, когда там тупо менюшка, там где-то можно в дивку положить. Когда каждый элемент менюшки как-то там сам по себе, не знаю, или тупо какой-то набор картинок, которые не связаны друг с другом, не знаю. Дивка, по я берегу. А вот здесь именно в лендингах в основном секциями делают. И смог объяснить. Спен джасэм, знан стронг джасэм. Спен у нас написано, о чем книга. Давайте напишем. Пока все понятно, да? H2 это полностью менеджер. Вот эта вот верхняя часть, это H2 у нас будет. Внутри спен я напишу, о чем книга.
Фига и здесь я напишу Азамат Жол. Вот там, тяжело. Типа название книги его. И сразу пропишем ему, наверное, стиль. Давайте зададим классы, кстати. Класс, а то у нас спенов много сейчас будет, наверное. Сюда зададим класс. Это же, вот это у нас будет title strong, а это у нас будет subtitle, пусть будет. Кстати, у нас есть секция. Ну ладно, давайте. Section title назову. Или просто вот это у нас будет subtitle. То есть subtitle давайте назову. Есть набор рекомендаций, кажется, BM называется. Как правильно называть классы, да? Вот эти даже в CSS название классов и так далее. Потом, если чего, посокуем. Так, subtitle, title. И давайте сразу пропишем ему стили. Почему? Потому что они сейчас здесь выглядят вообще ни о чем, короче. И, кстати, это оба строчные элемента, то, что я им рассказывал на лекции, и поэтому они стали друг за другом. А нам нужно, чтобы они стали один выше, один ниже. Поэтому какой-то из них можно сделать дисплей-блок. Или можно оба сделать дисплей-блок. Здесь давайте начнем. Сделаем вот что. Для класса subtitle. Subtitle. Класса title, да, сразу в стиле пропишем. Для класса subtitle нам нужно будет, кстати, для самой секции еще надо прописать. Потому что, если вы, кстати, видите, вот здесь, наверное, виднее будет. Каждая секция имеет расстояние сверху до контента, вот в белом то, что. И снизу до контента есть расстояние. Сверху расстояние чуть меньше, сверху чуть больше. Вот. И поэтому давайте пропишем, для секции у нас будет padding. Топ, скажем. Опять же, emmet здесь в CSS тоже помогает. Если я пишу pt это padding top, например, 100 пикселей. pt 100 и нажимаю tab. pt 150, pb, padding bottom, я нижний padding, 150 и нажимаю tab. И смотрим, хотя бы вверх отошел или нет. Что нижний, слишком, да? Потому что у меня не 100% стоит. Когда 100%, он вот так. Я просто большими сделал. Ну, нормально. Я 300% сделал просто зум. Ну, 100 все равно много. Давайте сделаем 80. Здесь, скажем, 120. Кстати, можно задавать пикселями, можно задавать процентами, можно задавать там всякие RAM есть. RAM это уже... RAM часто используют, но про него надо будет отдельно объяснить. Subtitle. Вот это вот о чем книга маленькая. Сделаем его сперва display block. DB я пишу. Пишет display block сразу. А что еще нам нужно сделать? Font size ему зададим. Размер 20 пикселей. Сейчас давайте зададим всему body, потому что, кажется, много где у нас 20 пикселей, чтобы не повторять. Body или там для всего, для всей секции. Font size 20 пикселей мы сделаем. И font weight это жирность. 400 сделаем. В среднем у нас будет вот так. В среднем 20 пикселей размер и 400 жирность. Жирность не в пикселях измеряется, он почему-то вот 400, 500, 700, 700 или 900 самые жирные. Я пока 400 делаю. Посмотрим, что там выходит. Он хотя бы должен, вот это должно вниз спуститься. Почему? Потому что мы сделали subtitle display block. Вот он вниз спустился. Это, кстати, мы еще давайте сделаем для body font family. Есть такое, чтобы шрифты покрасивее были. Это вот смотрите, сейчас обновлю. Ну вот как-то вот так, чтобы. О чем книга, да? Что еще? Давайте посмотрим, есть ли между ними расстояние. Между ними есть какое-то расстояние. Где-то там давайте сделаем пока. Потом на глаз, когда все сделаем, там видно будет. Сделаем. Вот кто скажет между ними, чтобы расстояние сделать, какое я должен прописать? Вот это вот расстояние сделать. BR минус пар. Ау? Она BR демасла. Один па? Вот это один элемент, вот это span элемент. Вот это элемент strong. А margin? Да, margin. Если я ему прописывал, я прописываю margin bottom, да, чтобы он снизу оттолкнул. Если бы я ему прописывал, я бы прописал margin top. Давайте пока ему пишу, напишу margin bottom.
MB, margin bottom, где-то там, скажем, 15 пикселей. Сейчас на глаз примерно поймите, это 18 часов больше. Ой, где сайт? Видите, он чуть отталкивает его. Теперь давайте вот этому тоже пропишем стиль, чтобы он побольше был, да, тайтл. А насколько больше он у него? Ну, примерно сейчас на глаз определим. Еще цвет. Цвет, ладно, сейчас поймем. Так, тайтл пусть у него будет тоже дисплей блок на всякий случай, потому что после него тоже могут быть сейчас, не знаю, что тексты, миксы. Фонт сайз здесь уже больше идет, не как у всех. Здесь сделаем, давайте, где-то 48 пикселей фонт сайз. И фонт weight, он, кстати, пожирнее, чем намного, да, чем вот эти текст. И тоже фонт weight 700 попробуем. И смотрим. Вот, только надо будет, видите, уже нормально. Кстати, я забыл что сделать. Я забыл создать контейнер, который будет центрироваться, от края отходить. Так что, я вот это вырезаю. H2. Создаю контейнер. Это все, опять же, это все делает Emmet. Я просто ставлю точка контейнер, он мне создает дифку с классом контейнер. И сюда закидываю H2. Со стронгом и с этими, да? Для этого контейнера давайте в самом начале тоже пропишу, что для заказа контейнер. Вот теперь как центрировать? Вот такой вопрос стоит. Сделаем вот что. Сделаем width 90%. Здесь давайте процентами сдадим. То есть его ширина будет 90%. Если 100%, сейчас стоит 100%. Потому что он от левого края до конца правого как бы работает. Дивка сейчас стоит наша. А мы скажем для контейнера 90%, но сейчас ничего не изменится. Почему? Потому что теперь он считает от начала вот этого края 90% и где-то вот здесь заканчивается. Типа. Не доходит до конца. А нам нужно центрировать. Поэтому я делаю что? Margin left. Там можно в пикселях задавать, но здесь в пикселях неправильно будет задать. Здесь нужно написать auto. То есть максимально настолько сможешь, оттолкнись от лево. И то же самое сделай от права. То есть от лево и от права оттолкнись настолько, насколько сможешь. Но он слишком много не сможет, почему? Потому что у него ширина тоже есть. Значит, это что? Он будет центрироваться. Значит. Вот так, видите? Уже оттолкнулся. Если сделать меньше процентов, он оттолкнется еще больше. Но вот так, я думаю, нормально как бы расстояние. Но там кстати, больше, да? Кстати, давайте хотя 8 сделаем. Вот так вот будет. То есть отсюда он оттолкнулся максимально, и отсюда примерно такое же расстояние будет. И сверху у него маржин есть. Сверху маржин, это уже мы прописали. Вот padding мы уже прописали, это уже для секции. Padding top и padding bottom. Это слева сверху. Сверху снизу. А это слева справа для контейнера. Вот так народ делает примерно. По цвету, я цвет, блин, цвет там же другой идет. Такой темно-синий. Как мы его возьмем? Вот здесь я не умею цвет брать, блин, в этом. И куда мне этот color, где взять? Вот это не пойму в этом. В Paint, если кто-то разбирается. 160, 52, 73. А вот она. Но как мне его задать в 16-ричном виде? 160, 52, 73. Ну-ка попробую вот так тогда. Для всей секции задам. Font color. Как там? А, color просто. RGBA. Как там было? 60, 52, 70. А нет, красный. 61, 61, 95. 61. 95. А, вот. Цвет выше. Если у вас видно, не видно. Примерно вот это, оказывается, можно. Вот так. Там, по идее, можно писать словами. Какой типа yellow, right. Можно писать 16-ричный, вот если знаете. Вот так, да, как-то. Или можно писать RGBA, как я до этого написал. Если знаете вот цифрами. В RGBA, кстати, здесь еще можно прописать opacity. Его, насколько он этот виден. Или невидим, короче. 0.5, если я сделаю, он будет чуть вот, чуть то есть невидимка, да? От 0 до 1 идет. Я один прописал, чтобы видно было. Вот уже что? Уже похоже, да, на наш... Уже похож, короче. Да вроде все вот здесь уже. Что дальше делать? Давайте вот нижнюю часть создадим. Это у нас будет отдельная дивка. Назовем его, обычно называют его по-хорошему. Она будет тоже в контейнере, потому что мы его тоже центрируем. Но она будет рядом с H2.
То есть она будет бок о бок с H2 вот здесь на одном уровне. Потому что H2 это верхняя часть. Создадим дивку, назовем его wrap. Это будет вся вот эта наша большая дивка. Сейчас покажу. Вот это все будет рапом. И внутри рапа у нас будет 4 дивки. И внутри каждой дивки у нас будет имидж и параграф. Все, тупо так, без лишних этих элементов. То есть, по сути, это будет вот так. Рап — это общий контейнер. В каждом из них будет у нас будет 4 блока. Блок — это тоже дивку. Каждый из них будет называться блоком. Каждый из 4 получается. И умножаем на 4, их должно быть 4. Это делает, видите, удобство. Тап нажимаем, он выводит. И в каждом блоке должен быть имидж и параграф. То есть, чтобы вот так не сидеть, в каждом не прописывать img, потом рядом с img вот здесь параграф. Вот так, чтобы не прописывать, мы сделаем вот что. Эммет, хорош. Я говорю, создай wrap один. Внутри wrap создай 4 блока. Блок умножен на 4. Класс блок умножен на 4. Внутри каждого блока создай img. Теперь не внутри img, а рядом, это плюс. Рядом создай параграф с классом, давайте назовем его блок текст. Блок текст. Все, нажимаю tab и... Опа-ля. Чем хорош? Эммет. Вот он мне создал 4 блока. Внутри класса wrap он мне создал 4 блока. В каждом из которых у меня есть image и параграф с классом блок текст. Image я там... Кстати, image я не приготовил. Надо какой-то image мне взять откуда-то, вот эти картинки. Пишем отсюда. Давайте каждый не буду вырезать, я один вырежу, чисто чтобы показать. Вот так. Хотя здесь по-хорошему вот такие картинки, они как PNG идут, отсвечивать должны. А я так просто вырежу, мне сейчас просто со временем не получится. Ctrl-V. Ох, капец он маленький сейчас. И куда-нибудь сохраним его. Где мы сейчас сидим? Берск 18.08. Img. Вот сюда сохраним его как icon png. Все. Вернем все, что у нас было. А, мы не вернем теперь. В принципе. Все, теперь давайте я везде задам здесь src, везде задам. Здесь задам img и icon png. Да? Везде для альтов. По идее, альты надо прописывать, народ, как я вам говорил. Сейчас просто не буду, но каждый альт надо прописывать. Что это там? Иконка там, книги, иконка того-то, того-то. Чтобы... Google тоже, опять же, я на лекции объяснял, чтобы понимал. Давайте добьем, да, вот этот урок. Сейчас, если через 5 минут, я знаю, закончится, но я видео добью, чтобы потом смотрели. Так, сейчас он будет, конечно, безобразный. Сейчас он будет безобразный. Еще параграф давайте пропишем здесь. Какой-нибудь лорем. Лорем 20. Попробуем. Слишком большой текст. Ой. Текст. Нормально вроде. Одинаковый текст я возьму и везде пропишу. И вы понимаете, что они... Еще, кстати, нам надо задать какой-то паддинг или хедеру, а маржин, да, хедеру надо задать, походу. Давайте зададим хедеру h2. Зададим маржин bottom 100 пикселей. mb100. Чтобы он оттолкнул его хотя бы. Вот. Здесь, смотрите, у нас все лежит сверху вниз все. Почему? Потому что у нас вот эти вот параграфы, они блочные элементы. Они занимают всю ширину параграфа. Вот эти картинки img, они вроде строчные, но из-за того, что вот параграфы блочные, они все внизу. Вот я на лекции объяснял, как теперь, что есть сейчас удобство делать все не как раньше, вот дивками, потом флотами, да, там ширину задавать, говорить display line и так далее. Сейчас есть понятие flex. Flex очень удобное, поэтому я делаю что?
Я вот этому классу враг, который является родительским классом для четырех дивок, вот для четырех, да, блоков, дивок, блок, для вот этих четырех блоков является родителем. Я для него буду задавать, для класса wrap, я задам, что он display flex. Вот эта вот одна фишка уже много чего меняет. Он уже что делает, смотрите, все расставляет в одну строку display flex, если для родителя прописать. Только у нас опять же есть разница в том, что сейчас здесь у нас между ними вообще никакого расстояния нет, между этими дивками, смотрите, F12 сейчас. У нас вот дивка, ой, вот у нас блок дивка, да, где у нас вот дивка, и вот сразу дивка следующая идет. То есть между ними вообще никакого там маржа, ничего нет, они прилипли друг к другу. Это ладно, мы исправим. Потом еще есть расстояние между картинкой и параграфом, тоже исправим. Давайте сделаем теперь так. Сейчас я подумаю, как грамотно сделать. Сперва сделаем вот что. То, что я вам объяснял на лекции. Justified content. Напишем space bit. Видит ли между ними какой-то там хотя бы space маленький? Нет, не хочет, ладно. Потом, значит, мы ему зададим. Давайте каждому блоку, из вот 4 блока у нас есть, каждому блоку зададим тогда размер в процентах. Если я задам 25%, сейчас видите, их же 4 блока. Если каждому по 25% дать, что получится? Ну, он и так 25. Давайте зададим вот так лучше. 22% каждому ширины и margin right, чтобы он каждого отталкивал справа на 3%. Получается в сумме 25%. Понятно, да? То есть каждый будет сам ширину иметь 22% и справа иметь margin right 3%. И всего 25 должно быть. Вот, видите, уже друг от друга оттолкнулись. Вот такая вот вещь. Потом, что еще нам понадобится? Для блок текста нам нужно прописать маржины. Сейчас давайте. Вот уже внутри блоков есть понятие блок текста, это параграфы наши. И для них тоже надо прописать какую-то вот вещь. Блок текста. Сколько? Отсюда мы оттолкнулись, да, уже, да? Надо теперь вот этого оттолкнуть. А, так все примерно так же, да, остается. Блок текст, мы скажем, font size здесь, наверное, такой же, да, идет, как, например, такой же, наверное, может, чуть меньше, ладно. Кажется, чуть меньше, да? А он чуть меньше, чем о чем книга. Значит, font size, мы говорим, не 20, а, скажем, 16. Или чуть меньше. Font weight пусть такой же будет. Надо ему задать высоту строки, потому что нормальная высота строки. Сейчас давайте посмотрим, обновим. Да, они слишком по высоте тоже прилипли, по высоте этот строк. Давайте сделаем line height примерно 1,4. Да? Сейчас стоит 1, это высота линии каждого слова 1. Сделаем чуть побольше, чтобы он друг от друга отошел. Сейчас я увеличу, чтобы вы поняли разницу. Вот я обновляю, они друг к другу прилипли. Обновляю, они чуть-чуть дальше от друг друга стали. Так вот, видите? По высоте, высота строки. И потом нам нужно прописать, чтобы он оттолкнулся от картинки. То есть сам, чтобы блок текст, margin top, да, получается. И 20 пикселей получится. На глаз. Вот он чуть оттолкнулся. 30 пикселей сделаем. Чуть-чуть. Вот, уже видите, как бы почти все стали показать похоже. Здесь просто текста много, у нас текста меньше. А так то же самое. Ну, примерно вот так, народ, даже я не знаю, что дальше писать, примерно, я думаю, понятно. И таким образом вам нужно сверстать уже оставшиеся 4, где они, секции. Самое сложное будет верхняя секция, но я его объяснил в начале видео примерно. Это вся одна секция у нас. Вот это можете хидером сделать верхнюю часть, вот это main можете прям сделать, чтобы семантический правильно было.
Вот это идет секция, вот это идет секция, вот это идет футр. Здесь тоже все то, что вот делится, делайте флексами. Там посмотрите, flex wrap что делает. Flex wrap, он, если не помещается сюда по ширине, он спускает вниз. А некоторые берут, если flex wrap не прописывает, у вас все 6 картинок становятся в один ряд, в одну строку. А надо, чтобы он спускался, если что. Вот. Здесь вы на 3 делите, вот тоже, да, сверху. Тоже 3 гифки. И тоже делаете flex. Получается, и здесь у вас flex есть, и здесь flex есть, и здесь есть flex. Здесь только flex, только чтобы разделить вот эту часть, текстовую часть. А, вот эту часть разделить с этим flex нужен. И чтобы вот это разделить с этим. В этой гифке. Вопросы, народ? Я вот это сейчас все вам закину сюда, в файлы. И, вот. И на DL, наверное. Ну, вы отсюда возьмите, на DL чуть позже скину. Вопрос есть? Нет, да, короче. Тогда как проснетесь, делайте, да? Тогда. Агай, вот Emmet Pen, вы еще что установили бы она? Короче, я установил Emmet. Я прям пропишу, да, смотрите, что я установил. Они у меня не показывают, потому что я их установил уже. Прям пишите Emmet, потом auto file name. Там выходит куча всяких, вы прям смотрите, где Emmet. Auto file name, да, называется у меня. Вот, auto file name. Это который файл, название файла сразу ищет. Там CSS файл, JS файл. Я еще установил зачем-то lorem ipsum называется. Lorem ipsum деген. По сути, lorem деген фишка, это чтобы текст генерировать. Она, по сути, есть и в Emmet. Но в Emmet она только на английском, на русском жопу. А из-за того, что я lorem ipsum вот отдельно установил, он, смотрите, что делает. Чтобы вы понимали, да, тоже. То, что стоит, она генерирует на английском, она вот так вот делает. Я напишу, например, lorem, например, там 20 слов. Здесь пишите количество слов. Lorem, например, 10 слов. И tab нажимаете, он вам генерирует 10 слов. Там. Или lorem, там 40 слов. Он вам генерирует 40 слов. А то, что я lorem ipsum установил, я говорю lorem.ru 10 слов. Понимаете, да? Уже на русском. Lorem kz, вряд ли он есть. Lorem Chinese, может, есть. Я не знаю, какие-то, может, есть, но именно lorem ipsum установил, у меня lorem.ru работает. Lorem.ru 100 слов. Вот вам. Рыба, хлэд, рыба, текст, тима, короче, на себя села. Какой-то тупой текст, короче, без смысла, но чтобы запомнить. Все, вот эти три я установил, там еще куча всего, я не стал все это устанавливать. Еще вопрос? Я пока остановлю запись. Слишком, а то остановить запись будет большой.